помолимся сейчас перед тем, как наша группа будет славить Господа. Я думаю, что это уже последний. Так что имейте чуть-чуть терпения, послушаем дальше славить Господа вместе. Давайте помолимся, Отец, мы благодарим Тебя. Спасибо, что Ты собрал нас на этом месте. Из разных города, из разных мест, Господь, чтобы прославить Тебя. Спасибо за этот праздник, праздник победы, праздник очищения, освящения. Мы очень рады, Господь, за Твою любовь к нам. Мы очень рады, Господь, за Твое спасение. Мы благодарим Тебя, что Ты ведешь нас, Господь. И ведешь нас, Господь, слава Тебе, Иисус. Благодарим Тебя за Твое присутствие на этом месте, за то, что Дух Святой посреди нас. Мы превозносим Тебя и молимся, Господь, чтобы никто не ушел отсюда сегодня, не примиряясь с Тобой, Господь. Молимся, чтобы все люди пришли к Тебе, чтобы все люди поклонялись Тебе. Спасибо за спасение, Беларусь. Спасибо за спасение, Гродно. Слава Тебе, Иисус! Аллилуйя! Благодарим Тебя! Благодарим Тебя, Иисус! И мы будем славить Господа еще раз. Аллилуйя. Все дышащие славят Господа. А мы еще будем, мы дышим слава Иисусу. Давайте будем прославить Господа. Inside is power, inside is glory, and you did.
Господь, за Твое царство, за Твою силу, за Твою славу, Господь, за ту победу, Господь, которую Ты подарил нам, Господь. Тебе вся слава, Иисус. Слава Тебе, Господь. Аллилуйя. Аллилуйя. Thank you.
благодарим. Мы благодарим за излияние Твоего Духа, Господь. Мы благодарим, Бог, что Ты изливаешь на жаждущие сердца, Господь. Слава Тебе за Твое присутствие, Дух Святой. Исцеляй, Господь, освобождай, Господь. Beautiful star of love. Зажигай огонь в наших сердцах, Господь. Аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя. Что Твой голос внутри нас, Господь. Спасибо Тебе, что Ты так близко, Господь, как никто другой, Господь.
мы благодарим Тебя за этот голос Твой, Господь, который исцеляет, который направляет, Господь. Слава Тебе!
благодарим, Господь, аллилуйя, аллилуйя, Господь, что Ты наш Иешуа, Господь, Иешуа, Господь, аллилуйя, Боже, мы благодарим, Господь, и мы просим, Господь, чтобы Ты наполнял, Господь, каждое сердце, Дух Святой, аллилуйя.
Господь, Тебя, Господь, и славим, Господь. Благодарим Тебя, наш Бог. Слава Тебе, Господь.
Господь, с нашими братьями и сестрами, со всеми народами, Господь, мы благодарим Тебя. Мы, Господь, радуемся, что сердце Твое радуется, Папочка, когда мы от самого сердца, от самого духа, от глубины нашей, мы славим Тебя, Папочка. И мы хотим жить в Твоей славе, мы хотим жить в Твоем свете, чтобы Твой свет освещал нас путь, Господь. Чтобы никакой тьмы не было у нас, Папочка. Чтобы Ты просветил нас, Господь, и вывел Твоему свету, Папочка. Аллилуйя Тебе, слава и хвала. О, Господь, мы благодарим Тебя. Мы провозглашаем Твою власть, Твою победу, Твой свет во все темные места нашего города Грозно, нашей страны, Папочка. Да придет свет Твой и огонь Твой во имя Ишуа. Амен, дорогие. Аллилуйя. Аллилуйя. Давайте мы еще благословим Израиль, благословим Иерусалим, благословим еврейский народ здесь, в Белоруссии, в городе Гродно. С нами наш брат Стас, мессианский лидер нашей Мишпухи. И я хочу, чтобы мы вместе с ним возвысили свой голос, просто от всего сердца сейчас, благословили на спасение еврейский народ. Амен. Что для нас, для каждого из нас, благословение Господа? Самое большое. Конечно же, это знать Бога лично. И сегодня хочется вместе с вами отсюда из Гродно благословить Израиль, Эрец Израиль, благословить всю землю Израиля на покаяние, на то, чтобы свет Ишуа, он воссиял над этим народом, чтобы пришло пробуждение от Господа. Господь, мы молимся о тех, всем вместе, Господь, мы благословляем Израиль. И говоря «благословляем», мы осознаем, что самое большое благословение – это знать Тебя лично, Господь. Это называть Тебя Папа. Это принимать Тебя, Ишуа, как своего личного Спасителя, Господь. Господина своей жизни, Господь. И мы провозглашаем это спасение. Твой свет, Ишуа, над Израилем. Пусть свет Ишуа, он освещает Твой народ, Господь. Пусть свет Хануки, Господь, он освещает Твой народ, Господь, в это праздничное время, Господь. Мы благословляем Израиль, Господь, во имя Ишуа Мессии. Мы провозглашаем Твой свет, Господь, Твое спасение над Израилем, Отец. Да торжествует, Господь, Твое спасение над Израилем, Отец, во имя Ишуа Мессии, Господь. Ишуа. Аллилуйя. Аминь.